Данное видео демонстрирует исследование верхних отделов пищеварительного тракта с помощью видеоэндоскопа Evis XR2 фирмы Olympus. Пациентка 53 лет неоднократно проходила гастроскопию с помощью обычного волоконно-оптического эндоскопа. Она наблюдается по поводу хронического гастрита с тонкокишечной метаплазией. Диагноз неоднократно был гистологически подтвержден. И вот в очередной свой визит она проходит обследование уже на установке Evis XR2. Вот мы видим, гастроскоп вводится в желудок. В желудке содержимое с примесью желчи. Имеются эндоскопические признаки, умеренно выраженные, дуоденогастрального рефлюкса. Оцениваем слизистую оболочку, вот она покрыта желчью. Имеются очаги гиперемии, участки истончения слизистой оболочки, подслизистой петехии. Оцениваем слизистую желудка. Но проводим эндоскоп дальше в 12-перстную кишку. Характерная слизистая оболочка для 12-перстной кишки. Неинтенсивные элементы белесоватого налета по типу манной крупы. Дуоденопатия. Гастроскоп возвращается в желудок постепенно. Более детально осматриваем слизистую оболочку антрального отдела желудка. Переходим в NBI режим. Это технология оптического усиления изображения в узком спектре. И мы видим, что участки метаплазии имеют более яркое синее окрашивание. Именно из этих участков мы выполняем биопсию. Вот еще один участок отличающийся. И из него также мы выполним биопсию. Один кусочек. Эластичность слизистой не нарушена, кровоточивость умеренная. Переходим в обычный режим и, в общем-то, так мы и будем сочетать обычный режим изображения с NBI изображением. Преимущество системы Evis XR2 в том, что, в общем-то, имеется высокое разрешение изображения, высокий стандарт. Фокус приближен с 3 до 2 мм, что более удобно для детализации осмотра. Вот еще выполняем биопсию уже из тела желудка, из очага метаплазии. Интересно, на фоне рефлюкса желчь выглядит таким красноватым оттенком в NBI режиме. Вот. Желчь красного оттенка.
Поле зрения в данном видеоэндоскопе увеличено со 140 до 170 градусов. Очень удобно это для врача-эндоскописта. И продолжаем осматривать желудок. Уже верхняя треть желудка. Слизистое зерцо в своде желудка смотрим. На этом процедура заканчивается. Мы по пищеводу идем. Подробности на сайте endostyle.ru и на блоге matke.ru.